Друзья, всем большой привет! С вами Алиса и американский папаша. Ну что, за этот короткий срок я, как вы видите, уже перешла на 8-й уровень оперативного центра. Также увеличила комнату клонирования. И благополучно у меня теперь все 40 моих роджеров уже 5-звездочные. Эх, к сожалению, в комнатах тренирования их всего лишь можно по 2 отправлять. Поэтому вот эти вот внизу, видите, 5 роджеров ходят, скучают, бедняжки, нечем им пока заняться. Но ничего, еще и до них руки дойдут. Ну а сегодня мы попытаемся таки победить полностью локацию и получить наших последних персонажей. Погнали. Точка. Простое искупление. К сожалению, я особо не успела полюбоваться красным фоном у меня в городе, так как сразу же на следующий день приплыло зимнее обновление, и я его уже и не увижу. Но ничего. Тут уже, как говорится, без вариантов. Пока все идет хорошо, и мы едем дальше. Точка, плохое слово. Интересно, мы в самом конце будем с этим гоблином драться и антихристом? Ну, скорее всего. Давайте, ребята, чего вы зависли? Отлично. Мне не жаль, Стэн, но ты проиграешь. Мы с коллекторами скоро захватим Лэнгли Фоллс, и ты станешь моим рабом. Надеюсь, тебе нравятся ленивые рабы, Антихрист, потому что я именно такой. Правда? Ну, ты выглядишь довольно подтянутым. Видно, что стараешься. Крошка, это все даровано мне богом от рождения. Чувак сверху любит меня. В поиске душ. Ну, видимо, все-таки душ, а не душа. О, мои любимые летучие мыши, притом несколько цветов. Какие вы грозные. Вторая еще не сдается. Так тебе. Все, мои ребятки восстановили свое здоровье, поэтому мы едем дальше. Точка, нечестивые убийцы. О, хоть нету этих летучих мышей. Я, кстати, заметила, что у меня инженер все чаще страдает в этих битвах. Эти непростые ребята, но я пока навыки не буду использовать, если мы уже где-то не справимся. Еще рановато. Подозреваю, что все-таки придется, но, наверное, где-то к концу локации. А нас уже готова встретить летучая мышь, очередной мини-босс, который стоит значительно больше. В пирожках целых 46 тысяч. А она такая маленькая, кстати, посмотрите. Обычно они такие раза в 3 больше. Это даже не мышь, такой подделка китайская. Ладно, хватит уже. Я одолел тебя, Антихрист. Отменяй свое вторжение. Мы об этом договаривались. Даже не знаю, о чем ты говоришь. У нас не было никакой сделки, хи-хи-хи. Проклятие. Давай покончим с этим, жуткий выродок. Мы уже устали и хотим по домам. Ох, уж я покончу с этим. Что, конечно же, означает, что я начну снова. Или продолжу. Уловил антонимы. Святые угодники. О, вот это размерчик. Еще и рога-то какая-то. Летучая мышь.
противные какие. Все быстренько вообще. Молодцы. Ну что, наши противники становятся все сильнее и сильнее. Следующая точка называется «Молись Богу». Люблю эти огненные факелы, хоть они и против моих Роджеров, но визуально они очень крутые. Всего. Второе пришествие. Ух ты, какая она сиреневая мышка. Инженера моего прихлопнули прям сразу же. Давайте, ребята, держитесь. Все, красавчики. Предпоследняя точка искупления. Тут у них один боец, остальные все инженеры. Интересно. Но, как правило, как мы знаем, у инженеров самое слабое здоровье. Мы спасены! Как нам тебя отблагодарить? Мне достаточно знать, что вы снова вместе. До встречи, соседи! О, кстати, мы тут поговорили и поняли, что между нами ничего не выйдет. Терри опять едет в тур с 311. О, понятно. Ну, это ваши дела, мне не нужны подробно. Удивительно, как смертельная опасность заставляет людей понять, что на самом деле важно, то есть в нашем случае не важно. Ну что, готовы? Последняя точка. Ой, я очень рада, что мне хватило еды. Погнали, Антихрист. Посмотрим, на что ты способен. Ну, конечно, ты на этом гоблине, ага. Пока навыки я никакие не буду подключать. Проверим заодно. Ух ты, как он оглушает, засранец. Ну, вроде бы, как я все хорошо. Вот опять снова приспешник пришел. Чуть-чуть осталось. Все. Получается, воюет только мой инженер, по сути, и стрелок. Воины ошарашенные стоят. Все круто. И явно какие-то ненужные шмотки будут. О, а вот 60 какашечек, это отлично. Ну, давайте даже не будем рассматривать синие вещи, это уже совсем не актуально, даже не эпически. Конечно, домой. Терри и Грег, соседи Смитов, телеведущие, больше не вместе, только не надо об этом. Прошу, Стэн, не убивай меня. Нет уж, убью, очень этого хочу. Но, у меня есть информация. Я знаю, где держат в заложников последнего члена вашей семьи. Кого? Папу? Уверен, с ним все в порядке. В нем самом есть что-то демоническое, так что весь этот апокалипсис как раз в его вкусе. Да он даже счастлив, наверное, сейчас. Нет, вашу рыбку Клауса, его держит в заложниках серый кардинал всего этого вторжения пришельцев. Там. Санта-Клаус. Санта стоит за всем этим. Вот это поворот. Ну что, давайте полюбуемся на наших новичков. И как тут понять, что они не вместе, если они у нас купаются в нашем джакузи с подогревом? Неприличные ребята. Ну что, друзья, давайте еще здесь полюбуемся. Круто.
очень классно, что тут осталась всего лишь одна рыбка. Но я видела, что вот эта новая локация, она очень сложная, прям очень. Северный полюс. Ух, наверное, я его еще долго не смогу пройти, но... Тем не менее, в этом и интерес игры, не стоит проходить все за один день. Правильно, друзья? А на этом все. С вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!